О, да ну, серьезно, что ли? Я понял. Неужели? Что Да там? Нубик, ну что ты Эй! делаешь тут? Как? Ты Что зачем в такое? него стрелял? Эй! Вы чё, сдурели, что ли, совсем? Не догонишь меня! Да чё вы, хорош дурачиться, вы сейчас всю хату разнесете. Не разнесем. Я вообще при чем? Просто под раздачу! Влетел, напал на меня! Слушайте, идите сюда! Эй! Чё это Что у тебя? такое? Я нашел кое-что очень интересное на Новая форуме. реклама? Да какая реклама? Нет, Смотри! это крафт. Стой, стой, стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Вот такой Крафт? вот крафт. Да, это проклятый Чё титан себе? камерамен. Увидели? Капец, да! Нифига Вот себе! это вообще жесть. Я даже не знаю, что еще на этом форуме можно найти. Уже А столько там прикольных подожди, крафтов что нашел. такое есть? Ну, походу, да. Смотри, подожди, есть! подожди, подожди. Чего? Ого! Чё? Опа. А ну, У тебя бластер дай этот посмотреть. есть! Нет, не дам посмотреть. А ты дай посмотреть. Давай, нет, давай не забей, его. Лови его. Всё. Я его завалил. Зачем ты его завалил? Вот теперь а он точно что... не даст свой бластер. Он первый начал стрелять Пошел по мне. Сюда. Да чё? все, вы, вот ну не деритесь. Вот. Вот Нубик, так, там очень сильно нужен бластер. Да, Нубик, а давай. Ну, отвали от меня. Тут ну, еще давай нужны мы две тебе колонки. Дам другое копию, а? Камера, топор все, и какая-то броня. Что за жесть вообще? Где это все искать? Слышишь? Давай, потом новый бластер. Давай, Капец. Тебе бластер я отдам. При условии, что ты не будешь с него стрелять и не отдашь тюбику. Да не буду я с него стрелять, конечно же. На. Оп, сюда. Да все, как иди жаль. Гуляй. Да, Смотри, блин, забрать ударите. Пытался. Да. Так, все, бластер есть. Теперь нам нужно найти все остальное, и тогда мы сможем его скрафтить, этого проклятого Тут камерамена Титана. Всего, еще броня, надо? Колонки, Камера, камера, колонки, я думаю, О! с этим проблем не будет. Это все Согласен. Можно легко достать. Красный ну, топор, вот насчет этого вопроса, ну, может быть, кузнец может его сделать. Надо ну, будет. Надеюсь, он поможет быть. Нам. Надо будет сходить, короче, к Пойдемте нему туда и узнать. Сразу. Сейчас сходим. И еще здесь нужна красная какая-то броня. Может, ага. это у ученых, либо на рынке? Ну, наверное, ой, ученых, не хотелось да. бы к ученым да. идти. Да. Блин, это сейчас что-то... Предложат. Реально, это сейчас подождите, что-то будет жесткое. Подождите. Чё? Что? Подождите, нас снимает камера. В смысле? Камера? Какая Вон, камера? Посмотрите, на башне. Как я туда повесил, что ли? Серьезно? Смотрите. Электроник да. снова решил камеры а повесить. Не-не-не, подожди. Чё мы ее... Я сейчас Нубик, чё, мы свистим ее? Конечно. Но Давай. Даже через крышу? Если бы она мне не понадобилась, я бы ее убрал нафиг. Так, нифига себе. Ребята, не выходите, не болите, что вы на нее смотрите нет, сейчас. Да я просто иду мимо и все. Ребята, вот так вот. Сюда я и сюда хожу. Все. О, Нубик хорош. Молодец. Давай. Круто. Давайте в дом обратно. Так, у нас так, есть оба. Камера и есть, получается, Держи. Бластер этот. Теперь... Осталось топор и колонки. И ну броня и еще нужна. Броня, да. И броня еще, да. Идем к кузнецу? Да, да пойдем к кузнецу. Поближе будет, погнали. Погнали сейчас. Так, идем, значит, направо. И вот сюда направо. Так, Опа. Теперь вот так и вот так. Быстренько сейчас добежим, узнаем. Давай. Я надеюсь, он сможет сделать этот топор, потому Я что надеюсь. Если не сможет, то это плохо. Здорово, Привет. Кузнец. Нам Привет. Нужен красный топор. Ты вообще знаешь, что это такое? Можешь ли такое сделать, а? Знаю, но я вам его не сделаю, потому что какие-то придурки залили мне лаву водой. А, офигеть. А, ничего Нет, себе. Тут обсидиан. Как? Нет, это был не я. Слушайте, не а что делать? Ладно, и что нам делать? Ну, как вариант, вы можете мне помочь сломать этот обсидиан и принести лавы. И тогда я вам бесплатно сделаю, что вы там просили, топор просили, да? Да, топор, нифига, да. это крутая идея. Классно, погнали. Да, и тогда я вам сделаю топор. Давай Давайте ломайте тогда. Он у меня уже есть, но мне Оба. Нужна помощь. Я понял, хорошо, кузнец, сейчас так. мы здесь быстренько разберемся с этим обсидианом крепким. Давай, давай, давай. Одна есть. Сюда. Давай, давай, давай. Фиалка есть, прямо слышишь? В печку залезла. Обсидиан сломать. Ну там Все, же... Все, вылазьте. Пока. Нам надо лаву, Опять. Короче, найти. Это надо ведра. И сейчас я на карте да, гляну, надо... где лава у нас тут есть. Надо так. скрафтить ведра. Да, ага. Смотри. Во, вот эта лава есть. Так, все, я понял, где у нас есть лавовое озеро. Пошли ведра да, крафтить. Да, надо два ведра хотя бы. Да, два ведра надо, короче. Там всего надо два, потом два блока будет собрать, может а то скоро вообще будет снегом покроется. Ну, ну да, давайте, надо да. будет. Ну, так, потом железо, железо, железо. Железо у нас есть здесь. Сейчас у мы нас берем. Полно железа. Крафтим два да. ведра. Раз, два, три, четыре, пять. Оп, это Одно что такое давай сделал? Мне.
Что это такое? Зачем тебе? Нифига себе. Сам это наберет. Так, это сюда и вот сюда. Ладно, ладно. Все, погнали. Давайте выдвигаемся. На машине поедем. Нам. Да не, нам пешком. Нам вон туда, короче, к речке надо идти. Понятно? Ну да, там было лавовое озеро. Ну, по крайней мере, на карте оно там отображается и все. Прикол, ну пойдем поищем. На машине тут просто не очень удобно ехать, ну, да, если честно. Да, аккуратнее, ребят. Оба. Сюда, сюда идем. Так, где-то здесь, смотрите внимательно. Ящики эти до сих пор. Вижу. О, вот оно. О, вот так, оно. А что тут, никто не забрал ничего? Нет, тут по-прежнему все так и валяется. Капец. Да, видимо, надо будет, короче, забрать и продать это. Наверное. О, кстати, так, да, хорошая опа, идея. Берем раз. Набирай. И берем два. Все, два ведра лавы есть, отличненько. Все, отлично. Возвращаемся назад. Сейчас мы ему туда нальем лавы, и он нам отдаст топорик. Вот это он обрадуется. Кстати, да. Да. Тогда чуть-чуть ему забрать. Работать сможет. Блин, кому вообще в голову придет аккуратней тут? Фиалка! Да аккуратней. Ой, фиалка. Вылазь. Ждем, ребята. Давай. Вылазь, вылазь, вылазь. Кому в голову придет? Каким-то детишкам или каким-то, не знаю, да что заняться, что ли, не нечем, блин. Согласен. Он же важную работу делает для кузницы. Ну, для видимо, деревни. Кто-то хочет, чтобы он не делал эту работу. Инструменты, наверное, делает фермерам. Вот эти вот всякие мотыги, лопаты и прочее. Может, так, нам к нему. Конкуренты, слышите? Или конкуренты? Кто-то из соседнего села. Вторая или... кузница? Ну да. Да, но я вроде нигде поблизости не видал. Может, кто-то хочет, типа, еще один кузнец в деревню приехал и хочет кузницу свою открывать? Да, ну нет. Да. Мы вернулись. Лава у нас. Мы так, вот сделали. Так вот. И... Вот так вот, все. Спасибо большое, теперь можете забирать свой топор. Давай, ура! Хорошо. Оп, так, все, я беру топор. А он же сказал, у него уже он был. Все, спасибо, кузнец, мы пойдем. Спасибо, просто ему помощь нужна была. Так, ребят, смотрите, нам не хватает теперь только колонок и брони вот этой вот красной. Ага. Едем на рынок. Подожди, а колонки... Давайте там посмотрим. Да мы там уже все забрали, все, что там было. Нет, там, да, там уже все забрали, что было. Туда, если б новое что-то привезли, тогда можно было бы. А так, нечего там делать. Там только здоровенные вот эти колонки остались, которые как наша машина по размеру. Так, деньги. Поэтому ничего не завозят, потому что мы все стырили. Так, 600 денег хватит, как думаете? Слушай, нет, бери 1000. 1000? Да я думаю, хватит. Такое все дорогое на рынке, это ж рынок. Короче, да нет, садимся, хочет, садимся, садимся, на садимся. Оп. Падай, Нубик, за руль. Спасибо. Опа, все. Все. Да, поехали, поехали. И надо будет машину скоро еще раз заправлять. Ой, да, бензин. У нас уже половина бака. Так, выезжаем и едем сюда. Блин, это, конечно, вот этот вот форум, я там находил уже несколько раз всякие крафты. И вот этот крафт выложил какой-то пацан. И типа, откуда он знает? А вот ты, да, кстати, ты не задумывался, откуда они все знают все? Я вот вообще без понятия. А если... А может это создатель скибиди туалетов, а? Создатель скибиди туалетов просто так берет и выкладывает крафты всяких там этих. Ну, подлить масло в огонь, так скажем. Ну, возможно. Интрижка, да? Да. Ладно, не знаю, кто каким образом узнает про эти крафты. Но мы скрафтим этот крафт. Я надеюсь, он работает, правильно? Да, я надеюсь, он работает. Погнали. Ладно, за колонками. Нам нужно. Давай. Нам нужно. Они были вот здесь, по-моему. В отдел бытовой техники, да, сюда. Здорово, да. Житель. Привет. Колонки продажи есть? Да, есть. Посмотрим. Отлично. Так, отлично. Я поскольку? Беру одну и вторую. Они все время по столько стоили. Разве? Да, они все время по 100 денег стоили. Не, я говорю, я последние два раза, по-моему, по 100 покупал. Капец. Пойдемте? А, ладно, дороговато так-то будет. С броней вон там видно, видите, вон там броня, короче, всякая. Ну давай, пойдем, да, там, наверное, посмотрим. Есть. Так, нам нужно найти красную какую-то броню. Фиалка, смотри, давай этот повнимательнее. А ты вроде в одежде понимаешь что-то. Где? Вот, смотрите, тоже красная. Тут какая-то еще красная. Это не красная. Вот это то! Вот это, наверное, надо. Слушай, реально похоже. Житель! Нам вот эта броня надо. Продается она вообще, а? 600. Нет, 800. Да блин, ты чё? Здорово, потому тут что... даже шлема и ботинок нету. А потому что она эксклюзивная и очень дорогая. Слушай, давай 400, а? 550. Да блин, 450 и по рукам, а? Нормально? Пойдет тебе? Но она же столько не стоит, ё-моё.
Да нету у меня 500. 470. 550 и одна печенька. 470. Идет? И 5 стейков. Сойдет. Сойдет? Нифига себе. Ладно. Все, давай ему стейки. Давай ему, давайте ему стейки, деньги 470. Давай. 470. Так ты ему, да давай, зачем ты мне дал сюда? Оп, все. Забрал, еще, отлично, еще, по рукам. Держи, чаюха. Держи еще забирать. Один. Прямо отсюда брать или что? Да, берите прям со стойки. Все, я понял. Она точно новая, а? Офигеть. Точно новая. Ребята! Все, я все взял. Опа. О, нифига себе, круто. Защита. Круто. Нормально. Смотрится. И смотри, у тебя там сзади, что это такое? Не знаю, какие-то штуки. Что-то там было. Антенны или что-то такое. У нас все есть. Поехали. Неужели вы так быстро собрали? Пока, житель. Так, а чё мы, где мы будем вообще размещать этого проклятого камерамена Титана? Ну, кстати, не знаю, может быть, на крыше. Точно нет дома. На крыше? Да блин, он же огромный. Не вариант. А где? Давайте возле базы камераменов. Чтобы если он на нас нападет, чтобы они защищали, да? Да, да. Ну, неплохо. Слушай, мне тебе. Ладно, тогда... Хорошо, да, поедем туда. Можно будет там. Нам надо, короче, еще раз на крафт глянуть, чтобы убедиться. Нам домой. Нам домой. Сначала домой, а потом туда, к ним на базу. Прямо, да? Да. Направо, направо нам. Все, понял. Направо? Ну да, едем домой, чтобы посмотреть. А, сейчас домой, да. Крафт надо глянуть еще раз, потому что я уже не уверен, все я там правильно разложил или нет. Так, я бегу. Давай, давай, давай. Наконец-то нам не пришлось идти к ученым. Оп, сюда. А, точно. А что, не любишь к ним ходить? Так, две колонки. Камера, топор, две куска брони и бластер. Все. Да, отличненько. Оп, сюда спускаемся. Ну, Жбик, развернул уже, да? Да. О. Так, давай, закрывай двери. Да, и поехали. Оп, я сюда. Запрыгнул. Ё-моё! Да ты тихо! Чуть в дом не въехал. Капец. Так, едем теперь сюда. И надо будет... Налево, налево. Пропустил поворот. Чуть-чуть проехал. Много забыл. Сюда и вон уже видно, короче. Интересно, кто-то есть на базе камераменов из титанов или нет? Не знаю, из титанов не знаю. Так, ну камерамена титана не вижу. Есть, но, только наверное, спикермен большой. Я пока машинку разверну. О, ТВ-мен есть, ничего себе. Крутые. Так, спикер девушек тоже никого нету здесь. Видимо, они на задании, что ли? Может, кто-то внутри еще есть, давайте посмотрим. Так, ну-ка, открываются у нас ворота эти. Нубик, ты где, ты развернул? Да, я развернул, я разворачивал. О, Клукмен Титан. Нифига себе. Ну все, мне не так страшно теперь. Я думаю, если что, он время просто остановит и все, да, и мы спасемся. Да, он справится точно. Фух, ладно, что, крафтим? Да, да, давай. Так, поехали, значит, складываем колонки, одна, вторая, камера, топор красный, бластер, нагрудник и штаны. Вы готовы? Да! Раз, два, три. Ого, нифига что себе! Там? Он... Получилось? Да он просто огроменный, ё-моё! Это... А мы его поставим вообще здесь? Просто жесть. Здесь на улице только. Нам на улице его. Если надо честно, я даже не уверен, что он в эту яму поместится, где стоит Клокман Титан. Неужели он намного круче? Я не знаю, но он ультра огромный. Давайте где-нибудь вот здесь, может. Давай. Ё-моё. Давай. О боже, пожалуйста, только не напади на нас. 3, 2, 1. Капец. Офигеть. Почему не улучшился бластер? Я чувствую себя просто муравьем каким-то. Ого. Согласен. А может, ты мне его отдашь? Нет, Нубик, не надо, ты всю хату развалишь с ним. Откуда ты знаешь? Да ты посмотри, тут, блин, какое дуло у него. Он как стрельнет, дом разорвет на куски. Офигеть. Согласен. Пожалуйста, не стреляй. Вот это топор огромный. Ребята, смотрите, несмотря на то, что он держит топор, у него пушки на руке. А идут еще две. Офигеть. А сзади что это? Что это? Где? Такое? Это, наверное, чтобы лицо. Это джетпак, чё? Нифига, это реально джетпак. Аккуратно, блин. Кактус. Реально, я все в этот кактус ударились. Слушайте, нифига себе, какой он крутой. Давайте ему сапог расстегнем. Смотри, тут молнии огроменные есть. Офигеть, Нубик, она как твоя голова. Это жесть. Не надо. Нормально, нифига себе, мне нравится. Смотрите, какой топор. Чё, говоришь, Фиалка? Знаете, какой вопрос теперь? Интересно, кто самый высокий? Из титанов? Кстати, да. Не знаю. Блин, надо будет посмотреть за это в интернете. Короче... Я на претендент.
Вот такого мы скрафтили огромезного, проклятого камерамена Титана в этой серии. Нашел я, значит, на форуме крафт в очередной раз, по-моему, в третий или в четвертый, не помню уже, сколько я там находил крафтов. Если вам, ребята, эта серия понравилась и нравится вот этот проклятый камерамен Титан, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте активировать колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну а с вами, как всегда, были мы, профессионал енот, фиалка, нубик и тюбик, а также вот этот проклятый камерамен Титан. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока, друзья. Пока, ребята. Пока-пока. Пока, друзья.